после сегодняшних встреч Джон Керри, возможно, сыграет на гитаре. Вот его бы на наш Грушинский фестиваль, да? Мария Захарова раскрыла секрет, который вот уже вторые сутки мучает журналистов. Вот накануне, помните, во время прилета госсекретаря США в Москву в объективы телекамер попал член американской делегации как раз с гитарным футляром в руках. И вот что написал официальный представитель МИД России. Раскрываю секрет гитары, которая покинула самолет в руках члена американской делегации после прилета госсекретаря США в Москву. Нас закидали вопросами, не является ли она подарком Сергею Лаврову на день рождения. Не является. Это личная гитара Джона Керри, которая путешествует с ним по всему миру. Керри, правда, очень любит играть на гитаре, освоил музыкальный инструмент еще в молодости. Он даже как-то в Пекине продемонстрировал навыки игры на классической гитаре. Thank you.